Всем привет! Приехали в городок Берегове, в Закарпатье, отдохнуть в термальных водах. История их очень проста. 8 лет назад людям понадобилась вода наполнить бассейн. Пробили скважину, и оттуда пошла горячая вода. Просто горячая вода из земли. Так и появились термальные воды. Здесь ничего не подогревается. Воды идут из земли температурой 80-90 градусов. Поначалу ощущается не сильно приятный запах сероводорода. Но к нему привыкаешь. Зато вода очень полезна. Здесь перечислены болезни, которые она лечит. И химсостав воды. Что полезного содержится в этой воде. Все, рассказываем про источник. Смотрите, источник, вода берется из земли с 1400 и 400 метров, это кремниевый бассейн. Ну, тут 420 метров, но, чтобы запомнили, 400 метров. Відкачується насосами вода із землі. При виході з землі вода від 80 до 90, то за 90 градусів температура води. Воду ніхто не підігріває. Це природня вода, яка відкачується горяча. Далі вода лікує суглоби, кожні заболівання, серцево-судинні захворювання, далі артрити, артрози, ну і так далі, далі. Це все буде у вас на плакаті при вході по правій стороні у басейн. У вас буде 4 басейни, 3 на вулиці, 1 в закритому поміщенні, джакузі в закритому поміщенні, це пряма поставка води. Як в джакузі в закритому поміщенні, так на вулиці в джакузі, це пряма поставка води із землі. Это кремниевый бассейн, он единственный холодный, его температура 6 градусов. В остальных бассейнах, как в помещении, так и на улице, вода либо теплая, либо горячая. Может джакузи не працювати, 5-10 хвилин может не працювати. Тому що періодично стоять датчики температури води, і якщо пішла температура води 47-48 градусів, джакузи відключається. До 45 воно працює. 42-43-44-45 градусів. Так само на улице. Плюс у вас будет две бани в вашем распоряжении, плюс кремниевый бассейн. Но он будет прохладный. Приблизно на данный час температура бассейна от 12 до 14 градусов, не больше. Потому что кремниевая вода откачивается из земли при выходе из земли от 36 градусов и выше, до 40-42 градусов. Ну, крузуєте, якщо виходите, да, стоїте з джакузі, виходите наружу, типу, це в закритому поміщенні, це на вулиці, без різниці, все одно, да, трошки є головокруження таке. Ну, краще, я кажу, по 2 хвилини, ну, хтось може 3 хвилини, хтось може 5 хвилин, хтось 10 хвилин. Ну, краще ви 2-3 хвилинки, як у пані, як в сані, чувствуєте себе прекрасно, тоді все, виходите, окунулися в холодний басейн. Абсолютно холодна вода. Ледяная. Кремнівая. Мороз. Вот сразу с сауны. Отлично. Я в тепленькую полезу. Ну как бурлит? Бурлит как? Отлично. А вода сколько градусов? Чтобы на каждый год отбивали. Сколько градусов? 57. Вообще непонятно, откуда горячая вода берется, с земли просто, да, и вообще, да, горячая. Скважины бьет. Сколько километров? Метров? 1600 метров. 1600 метров, вода 80 градусов. Соленая. Почти кипяток. Воняет, да, как по болоту. Да. Все отлично, но воняет. Городок интересный, здесь много вывесок можно увидеть на венгерском языке. Многие жители даже не знают украинского языка. Школьники, учащиеся в венгерских школах, получают что-то вроде стипендии, которую им платит венгерское правительство. А учителям, учащим в венгерских школах, платят один раз в год 15 тысяч премии. Мне кажется, в этом есть нотки сепаратизма. Напишите свое мнение об этом. У меня все. Всем пока, до новых встреч на канале.